Мастеры, всем привет! С вами канал Артмания. А у нас вечер, да? Дима чистит яички аккуратненько. Да? Ты яичко чистишь. У нас с тобой супчик на вечер, да, Дима? Ты будешь маме сейчас помогать, да? Вернее, помогаешь маме. Дима будет чистить яичко, а я буду сейчас их резать и класть в кастрюльку с супчиком. У нас сегодня помидорный супчик, да, Дим? Сейчас очистишь. Чисти, чисти. Помоги маме. Ты какой умница. Да. Диме 2 года и 1 месяц. Да. И Дима чистит яичко. Давай, давай, давай. Вот ты какой молодец. Ай, ты чисти, чисти его, чисти, вот. Его чистить надо, а не мять. Ты что? Вот, смотри как. Опа, видишь? Оп, как она, там пленочка находится. Вот, да. И кушать будем сейчас с тобой яички эти. Давай. Помоги маме. Как Дима чистит яичко? Подцепляй. Вот, молодец. Вот такой у нас супчик, смотрите, на курином бульончике. Помидорка здесь, рис и яичко. Получился довольно такой густой. А, еще зелень, по-моему, должна была быть или нет, не помню. По-моему, я забыла ее добавить. Нет, я, да, я ее забыла добавить. Какого-то. Классно выглядит. Сейчас будем кушать. Сейчас налью и покажу. Вот так Дима кушает там яйца. В принципе, там, кстати, все любимое Димина. Дима очень любит яйца, помидору, рис. Как раз прям такой суп для Димы. Да? Его можно назвать Димочкин супчик. И на курином бульончике. Я эти делала котлетки куриные на пару. Вот, и получился у нас бульончик. Забыли только положить мясо, но решили отдельно. Вот приготовила уже тарелку, сухарики в конце. У нас всегда суп с сухариками я делаю. Напитки уже стоят. Маслице лежит. Мы будем еще бутербродик с маслицем кушать. Да? Если Дима не накушается, кашку еще поест. Да, Дима? Ну, я думаю, наешься ты. Тут вот я засушиваю листочки. Здесь черная смородина, здесь листочки малины. Вот, засушиваю. А здесь я замораживаю. Здесь уже сложила, воздух уже высосала. Здесь чай, у меня зеленый чай. Здесь смородина, листочки, также мята и мелисса. Сейчас я его тоже буду высасывать воздух, и будет он точно такой же. Это вот на зиму я делаю компотики на него. На их, кстати, рецепт выложен в этом в ютубе. Напиток. Как его, господи. Облепиховый. Там облепиха замороженная. И вот как раз в такие вот листочки очень вкусно получается. Еще пробовала добавлять сушеные яблоки. Уже вот высушила. Еще вот их сушу. Это вот первая партия. Сейчас я вот это заморожу. Это поставлю куда-нибудь. И буду еще яблоки сейчас сушить. Сушить, сушить. Тут еще мята осталась. Ее тоже посушу. Дима сегодня особенно сладкий такой. Почему-то. Да. Дима кушает.
Да. Дима кушает как взрослый мужчина, скажи. Такой сладкий. Сижу и любуюсь на него. Чуть-чуть у меня сегодня появились кудри. Вчера вот как-то не было, волосы как-то не так лежали. Когда вот помоешь ему голову на ночь, они потом как солома лежат. А сегодня уже стали кудряшки, да? Да. И сегодня он уже сразу стал сладенький, уже совершенно другое личико, да? Да. Да, хитрый взгляд такой. Хитрый. Дима уже у нас проснулся, посмотрел мультики, песенки мы нашли на телевизоре, да? Жуй-жуй. Жуешь? Кушай, не отвлекайся. У тебя еще бутербродик. Два бутерброда я сделала. Жду, пока масло немножечко остынет, чтобы размазать. Да. Сейчас еще должен как раз папа у нас прийти. Его ждем. Может, что-нибудь вкусненькое принесет. Давай-давай. Ой, ты как он ест. Да как он сладко ест. Такой сладенький малыш. Дима. Дима. Занят. Занят. Да? У нас еще, кстати, сегодня приходил слесарь. У нас потек стояк. Хотел сказать косяк сначала. Думаю, что-то не то. Стояк холодной воды в туалете. Вот. И должен был... Женька пришел. А потом расскажу. Его встретим. Господи. Кто там? Открывай давай. Стою, стучусь. А что ты домофон-то не звонишь? Домофон, зашел человек, я зашел. Я думал, я тебе позвоню, ты сейчас открыл, позвоню, я не могу. Ты берегись иногда. Кого? Телефон. Так я думаю, вот ты позвонишь, потому что я знал это. Ты мог спить. Нет, мы еще сидим. Кушаете? Кушаем. Ух ты, кушаете? Да. Так, ладно. Чашка. Ладно, подальше сидишь там. Бандана. Возьми его сам, что ты? Сам возьми бутербродик. Вот. Вот ты какой умница. Откусил, сам взял. Ну, я думаю, молодец. Это слесарь какой-то другой. Ну, подожди. Я написал заявление, должен на днях.